Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на Poco M4 Pro можно установить iOS. Заходим в Play Market. Далее пишем iOS Launcher. Качаем данный лаунчер. И также качаем центр управления. Когда лаунчер установился, выходим, нажимаем «Запомнить выбор» iOS Launcher. Окей. Далее нажимаем на центр управления. Разрешаем ему открываться по других приложений. Выходим, снова заходим. Нажимаем «Далее». Закрываем рекламу, нажимаем «Размер». Снова реклама. Поставим снизу. Увеличим размер, сделаем насыщенный цвет. И давайте поставим какой-нибудь ярко-голубой цвет. Выходим. Если мы потянем теперь за эту полосочку, то у нас открывается центр управления. Можем также взять разрешение. Если мы хотим вернуться к Android, то мы с вами просто берем и удаляем центр управления, а также iOS 15 Launcher. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!